Как-то раз бабушка красного шарика отправилась в лес и не вернулась. Но Красныш узнал об этом и сразу отправился ее спасать. Привет, друзья! Я снова с вами, и бабушку свою все никак не найду. Все брожу тут, ой! Вот как бабушка могла здесь пройти? Не понимаю, тут же шипы вон какие, а бабулька-то у меня уже старенькая, плохо видит и ходит. Ой, ее наверняка кто-то украл. А знаете почему? Да потому что моя... Ух ты, вот этот может быть! Потому что моя бабушка очень вкусно готовит. Она лучше всех в мире делает пирожки. Объедение. Ой, опять эта штука с шипами. И что мне с ней делать? И вот, наверное, ее кто-то украл, чтоб она ему постоянно готовила пирожки. Точно вам говорю? Или вкусный борщик? Так, ладненько, меня ждет. Ой, испытание с шипами. Так, надо осторожненько. Ой. Фух, думал, что сейчас мимо промахнусь. Фух, кажется. О, флажок, ура. Ну-ка, понюхаем. Чувствую, бабушкой моей пахнет. Значит, здесь проходила. Или проносили ее. А ну-ка, вот тебе, негодник. А потом я бабушке нарву цветочков и подарю. Вот она рада будет. Бабушек надо радовать, а то они старенькие уже. Им будет приятно. Ой, а вот этих радовать не надо. Ух ты, получил. Ух вы. Ой, вы смотрите. Вверху пилы эти. Лучше я не буду на них попадать. Что-то мне кажется, что они меня... Того! Надвое распилят. О, ну-ка, наверх смогу запрыгнуть? Ой. Ну фух, закатился. Ой, тут ничего вверху нету. Я думал, может, можно отключить их как-то, чтобы они не крутились тут постоянно. Ну, чтоб никого не поранили. Ух, я найду, кто это сделал. Ой, а чё, штука это прикольно сделали, смотрите. Лесенка из бревен. Ой, а тут флажочек. Ух ты, как я высоко забрался. Ой, да тут видно все горы и море. Так, подожди-ка. Так, штука. Ой, ты штука деревянная. Ой. Смотрите, я акробат. Покатились дальше, чего ты стала? Чего ты обратно катишься? Ой, какой тяжелый. Давай, катись. Меня, подожди. Ой, подожди, я ж на тебя не запрыгнул. Так куда ж ты, где она делась? Штука эта. Вот странно-то. Ну и ладно, не больно хотел. Ой, это что еще за... Ой. Ничего себе там шипов этих. Ой. Ох, беда. Может, мне на этой... Ой, давай катись. Ой, на этом вот бревне надо туда вниз ехать. Ой, я акробат. Тихо, штука. Ай, акробата потеряла. Подожди меня. Ну, ой, опять укатилась. Чего она укатилась? Где она? Она мне вот эту штуку наверх поднимает. Ну-ка. Ой, фух. Ну-ка. Ой. А как же так? Ой, а как же мне тут? Тю, а как же перепрыгнуть-то? Ой, боюсь, что я не справлюсь. Ой... Он не прыгает на такой штуке. Ой. Так, мы с тобой не подружимся, большой деревянный камень. Большой кусок деревяшки. Так, может, я побегу вперед, а он меня подбросит на той штуке? Ой, он даже не может самостоятельно преодолеть этот мостик. Ладно, попробуем. Так, тихо. Эй, ты меня сейчас толкнешь. Мы с тобой заодно, мы же команда. Так, тихо. А я вперед побегу. Ой, надо быстрее, чтоб... Оп. Так, прыжок. Чтоб она успела меня подбросить. Вот так вот. Все, жду ее. Ну, ты где, большая деревяшка? О, смотрите! Уа! Ух ты! Получилось! Ничего себе! Вот это загадка! Видели? Это вообще... Чтоб меня подбросило, я должен был толкнуть ее и на перегонки быстренько вот там вот встать, чтобы она меня подкинула. Ну, дела! Это ж надо! Какой я умный! Это все потому, что вы меня поддерживаете, спасибо вам! Ой, меня куда-то телепортировало, кстати. Ой! Ох, как выскочил быстро, я ж испугался. Это еще что такое? Это что за механизм такой страшный? Ой, что-то мне подсказывает, на эти пилы лучше не натыкаться. Ой! Вот странные штуки, а ну-ка подождите. Вот так-то лучше. Теперь у нас 5 жизней. О, я тебя помню. И мы сможем пройти. Ой, вот эти сложные штуки. Ой, фу. А тут еще этот посередине стоит, глядите. Глаза таращит. Ой, тут будет сложно перепрыгнуть. Ну что ж такое-то? Это ж надо... Вот это пилы, бензопилы. Ох, вы бензопилы пильные. Тихо, ой, пилы, не берите меня. Так, тихонько. Ай, ой, да я ж чуть-чуть только докоснулся. Подумаешь, там царапинка какая-то. Ой, как же, какой момент мне прыгать, я не могу понять. Вот может, ой, в этот. И здесь тоже непонятно, еще и этот. Ой, ну что такое? Ой, 2 жизни у меня осталось. А тут, друзья, очень сложно. Тут на весь сетап дают всего 5 жизней. И если ты не справился, то все. Пиши пропало, начинай заново. Ой, как же мне тут это... Перепрыгнуть-то. Может, вот так? Оп! Ура! Получилось! Теперь остальные еще как-то надо. Ой, как бы выждать момент. Может, вот это он? Ну что такое? У меня последняя жизнь. Ой. А как же я дальше буду, если я даже тут не могу? Ой, фух. Если даже тут не получается. Ой, фух. Ну-ка. Ой, ура! Последняя осталась преодолеть. Ну-ка. Есть! Вот только у нас одна жизнь осталась. Зато мы Ой, монетка. Ура! Зато мы поняли, как ту штуку проходить. Ой, я, кажется, знаю, что это...
Это вот та деревянная глыба, да еще и с шипами. Я тут должен как акробат на ней ехать. Ладно, сейчас попробуем. Давай, деревянная глыба, поехали. Ой, тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, все жизни закончились. Ладно, начнем заново. Ой, опять. Ой, тихо-тихо. Фух, опять эти бензопилы. Так, тихонько. Так, бензопилы, тут главный момент подгадать, чтобы прыгнуть. Так, вот-вот-вот момент. Ой, это был не тот момент. Ну, как сложно-то тут. Не поймешь, когда же надо прыгать-то сюда. Вот сюда может? Фух, кажется, понял. Вот так вот. Ура, получилось. И сейчас. Ура, получилось. И вот сейчас. Фух, 4 жизни осталось у нас. Ура, мартышка. Ой, вот здесь вот эта моя нелюбимая штука. Ой-ой-ой-ой, тут надо прыгать. Ой-ой-ой-ой, в определенный момент, видите, чтоб шип нас не зашипил. Ой, эта обезьяна еще тут ходит, наверное, их скинуть нас хочет. Ой, ну как так? Я же до конца уже дошел. Ну что такое? Ой, ладненько, я знатный акробат, я как будто я в цирке был всю жизнь. Я знаю, как тут, ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, я акробат хоть куда. Потому что я красный шарик, фух, получилось, друзья. Ой, аж испугался. Ой, это еще что такое? Что это за штука-то болтается? Как на часах старинных. Ой-ой-ой, маятник называется. Ой, тут еще один. Ой-ой, подай, как же он шатается. Глядите, как... Ой, не удержался. Так, ладно, недолго думая. Ой, подождите. Да я ж не могу на тебе удержаться. Глупая ты. Ой, кочерыжка. Ой, там, смотрите, вверху что-то есть. Какие деревяшки. Ой, подожди ты. Ой, глупые. Ой, как тут сложно. Фух, надо отдышаться. Мне последняя жизнь осталась. А тут на этих штуках очень-очень сложно удержаться. Знаете почему? Да потому что они круглые. Я круглый, они круглые. И нам друг с друг другом очень сложно сладить. Фух, вы видели? Еле удержался. Надо эту раскачать как-то. Ой-ой-ой, нет-нет-нет! Ой, ну мы ж почти прошли. Ладно, сейчас попробуем еще раз. Ой, да ух ты, здесь мы уже легко, наверное, преодолеем все это. Мы уже знаем, когда прыгать. Например, сейчас. Так, здесь подождем. Сейчас. Вот тебе, горилла. Будешь знать, вот. Видите, как мы эти легко уже преодолеваем. А все потому, что это практика. Называется, когда мы научились уже. И знаем, в какой момент нам прыгать. Вот тебе. Ой, так, мое любимое акробатическое упражнение. Поехали. Акробаты, акробаты в цирке у нас живут. Акробаты, акробаты красного шарика зовут. Акробаты, акробаты. Ой, ну там же чуть-чуть уже оставалось. Как так-то? Ой. Это все из-за этой большой мартышки, она отвлекла меня от самого главного. Я не заметил просто, когда там закончилась эта дорожка. А тут надо за этим следить. Не только прыгать здесь, а еще следить, в какой момент здесь. Ой, ой, тихо. И опять, ой, 3 жизни осталось. А там впереди еще эти глыбы деревянные. Не глыбы деревянные, а как их назвать-то? Кругляшки на этом. На цепочечке. Так, тихонько. Так, тихонько. И прыжок, ай! Я не понял, как так получилось? Я ж хотел прыгнуть, и не получилось прыгнуть. Что за глупость какая-то? А ну-ка, если я так прыгну. Ну-ка, все не получается. Ладно, 2 жизни осталось. В прошлый раз так хорошо получилось, а в этот вообще что-то не получается. Что у нас за невезуха такая, правда? Ой-ой-ой, фух, ну наконец-то. Ой, у нас есть 2 попытки, чтоб эти штуки пройти. Ой, тихо-тихо, подожди меня, я пришел. Ой, это далеко. Ой, я должен опять как акробат тут. Да чего ж так далеко? Ой, тихо-тихо, подожди меня. Да что ж ты так качаешься-то быстро и сильно? Я ж не успеваю никуда прыгнуть. Вот, ой, опять-то улетела. Никак не могу момент подгадать, чтобы прыгнуть. Она так сильно качается. Ладно, сейчас прыгну. Ой, тихо-тихо-тихо. Ну куда ж ты? Зачем ты так сильно качаешься? Не могу понять. Вот штука. Могла бы поменьше качаться. Вон, смотрите, сейчас-то она мало качается. Ой! Это какой-то ужас. Это какой-то ужас, а не этап. И знаете, что самое обидное? Обидно, что приходится начинать все время заново. Но тут-то я уже легко прохожу, тут я уже все знаю. Знаю, в какой момент прыгнуть, когда надо этот. Ну там-то это вообще. Кто ж создал такой непроходимый этап? Ужас. Я так бабушку никогда не найду. Ох, бабуля. Кто-то тебя очень сильно хочет в заточении держать, раз создал такие сложные сложности для меня. Ой, ну ничего, я твой внук, красный шар, не сдамся, пока тебя не найду. Так же держись, бабушка, держись, я иду. Фух, ну хоть и этот прошли, у нас 5 жизней, чтобы пройти эти качающиеся штуки. Так, штука качающаяся. Да как так-то, фух, есть, перескочили наконец-то. Вот так вот, так, ну-ка. Ура, земля! Ой-ой-ой-ой, нет! Глупая обезьяна чуть не столкнула меня в этот. Друзья, вы прошли и даже ни одной жизни не потратили, представляете? Ура, ура! Это что? Ой! А что со мной стало-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой!
Что это со мной? Ой, и почему у него руки? Это что такое? Не могу понять. Ой, друзья, я понял, это босс! А почему я такой смешной стал? Ой, руками машет, глядите как! Ты чего руками машешь, а? Ну подходи, я тебе дам! Где моя бабушка? Ну признавайся! Глупый босс, вот! Ого-го! Ой, тут вообще на руки нельзя натыкаться, вы видели? Сразу мне того! Вот тебе! Вот босс-то! Вот тебе! Я тебе дам! Ай! Поймал меня в лапища свои! Почему я такой смешной, как плюшевый пингвин? Ой, ой-ой-ой-ой-ой! Убери свои лапища от меня! Вот так вот тебе, понял? Будешь знать! Вот так тебе! Ух ты, лапищами своими замахал тоже. Одна лапа у него осталась, глядите. О, ну с одной лапой ты... Ой, меня вряд ли победишь. Ой, ой, уходи, уходи со своей лапой. Оп. И последний раз, ура, мы победили. Я плюшевый пингвин. Мы победили его. Ой, а что теперь? О, ура. Фух, я опять вернул себе свой вид. Ой, глядите, глядите, мы на Луне. Ой, там летают эти космические корабли, тарелки или что это такое? Ракеты! Ой, тут... Ух ты! Неужели бабушку на Луну забрали? Ой, дела, друзья! Ох, надо с этим разобраться! Ой, но это будет в следующей серии, а мне нужно дух перевести! А вы пока обязательно ставьте пальчики вверх! Подписывайтесь на канал, чтобы узнать, что мы тут делаем на Луне-то этой! И до скорых встреч! Пока, друзья! Ой, интересно-то как! Чё это тут бабушка-то забыла? Неужели её инопланетяне забрали-то, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!